Я бегу, бегу. О, нет! В спину нож. Но вы только никому не рассказывайте. Всем расскажу. Внимание, внимание, Ева. Да-да-да, вот сюда. Ева, я тебе... Он себя подкарауливает. Ева, он здесь! Всем привет, друзья. И сегодня мы с Евой и Ланой решили поиграть в Murder Mystery. Привет. 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 Нам так понравилось играть на канале Евы, что мы решили это повторить. И сейчас я буду всех подозревать, например. Мне кажется, что убийцей будет кто-то из вас. Неправда. Да, я наконец хочу уже побыть шерифом, нормально, чтобы кого-нибудь поубивать. Вернее, не кого-нибудь, а убийцу, собственно. Ну, когда ты убийца, ты можешь поубивать гораздо больше игроков, чем когда ты шериф. Ну, да, но мне все-таки, наверное, хочется поохотиться за убийцей. Что-то, кажется, карты выбрали без нас. По-моему, ребята играют, а мы еще вообще никак не можем ничего сделать. Мы просто ждем. Ну, только потанцевать, если. Да, и, кстати, я тут зашла в магазин, посмотрела, что тут всякие штуки можно купить за монетки. Но пока что, к сожалению, у меня не хватает монеток на всякие коробочки. Но скоро, когда мы добьем до 1000 монет, можно будет что-то купить. Ого, и правда. Слушайте, а чего так дорого все стоит? Ну, видимо, нужно много играть в эту игру. Да, обидно. Ой, у меня всего лишь 255 монет, и я вроде бы их постоянно собирала, но как-то нет их. А у меня всего 548. Ого, у меня 280 всего лишь. Так, ну что, можно выбрать карту? О, да, наконец-то. Давайте вот сюда, правда, интересно. Ой, ой, я как-то не успела. Ты уже, ну ты выбрала ее? Ну, кажется, она будет. Ну, давай посмотрим. Да, там было 4, я была 5. Мне показалось, или там было написано лаборатория, или нет? Это было другое, но я не помню. Ого. Так, я невиновна. И я. Я в комнате, где снимают видео на YouTube. Ого. Да? Да, сейчас давайте. Ой, я хочу к так, тебе. Так, вот я в центре. Ой, я вижу тебя. Идем, вот. Все со мной, смотри, заходи сюда. Так. Ух ты. Прикольно. Так, Ульяна, садись, я буду тебя снимать. Итак, что так, хорошо. Сегодня у нас? Let's play или что еще? Ой, я даже не знаю. Так, я сейчас вот так вот сяду. Ну или встанешь. Нет, мне не получается сесть, я стою на стуле. О, я села. Так, итак. Всем привет, друзья. Меня зовут Ульяна, и сегодня мы будем играть в Murder Mystery. Так, крупный план. А вы где? Ой, сейчас, ой, там уже кто-то стреляет. Мы тут снимаем видео. Сейчас оператор уйдет, позовет Еву. Ева! Тут кого-то убили. О нет, убили шерифа. У меня пистолет. Так, ладно, давай тогда разбирайся, а мы видео на YouTube поснимаем. Да. Ничего себе. А как же так? Тут можно еще подождать своей очереди, например. Ой, прикольно. Ой, тут даже... Это что, это светяшки? Это... Да, светяшки, но, к счастью, они не убивают. Я сейчас так боялась туда наступить, потому что думала, что меня убьют. Да. Так, теперь вы меня снимайте. Так, да, давайте-ка. Ну, я постою на кресле, это будет такой очень высокий репортаж. Всем привет. И, в общем, там кнопка подписывайтесь. Я не знаю, куда подписывайтесь, но, в общем, подписывайтесь. Можете подписаться на канал Ульяны, на канал Евы, на канал Ёши, на мой канал. В общем, на все наши каналы подписывайтесь. Так про канал Лео тоже не забывайте. А мы, в общем, классное я видео сняла, да, про подписки. Да. Ладно, видимо, не подходит, мне так не получается. Очень, кстати, напрягает эта ситуация, когда ты сидишь, на тебя такая огромная камера направлена. Ой, это точно. Что? Меня убили, я стреляла, но так и не попала. Девочка просто, она прыгала. Так, это девочка? Это которая вот эта вот в леопардовом таком костюме? Да. Я знала, аккуратно. Я ее подозревала, она ко мне когда приходила. Лана, вот беги прямо, да, там пистолет, давай. Я бегу. О, нет! В спину нож прилетел. Ульяна. А? Она еще умеет бросаться им. Да, причем довольно хорошо. Давай, у тебя шанс. Так, подожди, а где там пистолет? Давай, беги. Нет! Ульян, ты была последняя. Время закончилось? Нет. Это что было? Убили всех. Ого! Да, никто не вышел. Обалдеть. Вот это сильно, конечно. А ведь пока мы были в этой комнате с Ланой, она приходила к нам. Вернее, ко мне. Она куда-то уходила, и я ее все-таки подозревала где-то в глубине души. А она тебя не убила? Нет. Очень странно. Очень странно. Ну ладно, но зато карта была довольно прикольная. Я уже на ней была, но еще не видела, что там, правда, есть такая комната с зеленкой. Очень круто. Это тут за 400 робоксов можно... Ой,
ой, смотри, тут за 400 монеток можно купить либо пиццу, либо мороженое, или шоколадное молоко. А зачем оно тебе здесь, когда тут нужно всех убивать? Ты собираешься убивать шоколадным молоком? Ну, на самом деле, от пиццы я бы не отказалась. Я тоже. Так, а тем временем я спешу вас обрадовать, что я шериф. Ого! Наконец-то! Ты так хотела этого, и вот. Ой, кого-то убили, я слышала, кого-то убили. Да, и мне кажется, я вижу первую жертву. Вот, 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 у меня, вот, вот, парень! А! Такой в странном костюме. Я же нажала! Я только достала пистолет, он меня бабац и убил. Ну, что тут в такое? В каком костюме? Как он выглядит? Так, Ева, ну тебе пистолет... Вот он, это он, уходи! Да что? Как? Ой, кстати, у него тоже отравленные кинжалы. Он всех нас, в общем, да, сделал зелеными. Ой, это вот этот капитан? Ну да, капитан. Капитан-убийца. Ничего себе. Кстати, девочка пробежала и не взяла даже пистолет. Она что, не хочет его прикончить? Да. Может, она его просто не заметила, потому что я там так странно лежу. Я бы сама, мне кажется, не заметила этот пистолет. Да нет, пистолет подсвечивается прям. Обалдеть. Слушайте, опять у нас убийца выиграл. Да, и сел. Да. У нас там прям какие-то не убийцы, а профи. Да, обидно. Да. Так, пойдемте выбирать карту. Ой, да, скорее. Давайте. Вон, кто-то... Они даже не знают, какая карта будет, а уже выбирают в середине. Ну да, нечестно как-то. Так. Я вот сюда хочу. Так, я не хочу офис. Давайте, да, давайте вот это. Да, вот. Давайте. Там очень классно. Лен, я тебе, по-моему, еще не показывала, где можно спрятаться. Там мое любимое место есть, я уже всем его показала. Ой, мне кажется, или там должна быть такая капсула, и ты в нее туда залазишь. А, да-да-да, так ты видела уже, да? Там такая красная капсула. Да, возможно, да. Точно. Мне, кстати, в комментариях мы про эту карту говорили, что есть какое-то место, где можно сделать своего клона. Серьезно? Да. Так, это интересно. Похоже, даже вот это, не знаю. Так, а что случилось? Так, ты куда телепортировалась? Тут не парень знаю. С трезубцем летает, весь такой белый. Обалдеть. В маске, ой, мне нравится. Я к вот этому капитану пришла. Ну, надеюсь, он сейчас не убийца. Я тоже надеюсь. Ой, да, я помню эту карту. Да. Но я точно не помню, где тут нужно прятаться. А я уже спряталась. А, ой. Ну я могу тебе показать. Так, да, а, все, я вспомнила, нет, я не вспомнила. Я заходила в какую-то комнату, и мы там с ребятами прятались от убийцы. Да-да-да, я уже в ней, вот, идем сюда. Да-да-да, смотри, тут можно... А я ж тут вообще никого не вижу. Можно открыть, подойти, посмотреть на маску, но только она не берется. Эх, жаль, я бы ее поносила. Ой, тут еще ножики такие классные, зеленые. Ядовитые. Да, только жаль, они тоже не берутся. Мне очень нравится этот цвет. Так, Лана, как у тебя дела? Так, я пойду, наверное, Лану искать. Да? Лана, ты где? Ты уверена, что ты хочешь меня найти? Не, хочу, я пошла обратно к Еве. Я, кажется, я все поняла. Так, Ева, ты не шериф случайно, Ева? Нет, что, Лана убийца, нет, да? Нет, шерифа я только что прикончила. Очень, ну, видимо, да. Кто-то взял пистолет и убил меня! Ура! Как это ура? Справедливость восторжествовала, мы наконец победили. Ну ладно же. Вот как знала, что нельзя отходить от пистолета. Да, вот так. Очень обидно. Ой, давайте, может, сюда что это? Что это? Так, мне кажется, мы вот в это еще не играли. Да-да. Да, мы вроде не были на фабрике. Ой, я шериф. О, круто. А я невиновна. Я тоже. Так, ну тогда будем держаться все вместе. Да. Так, надо сначала найти друг друга. Я тебя вижу, Ульяна. Я тут вижу какой-то фургон. Привет. Ой. Привет. Ой, можно нажать на фургон? Смотри, какая-то кнопка. Так, интересно, что она делает? Двери закрываются, смотри. Ух ты, ой, тут можно прятаться. Главное, да. Чтобы никто не заметил, что ты сюда спрятался. Ой, тут даже изнутри можно закрыть. Давай закроемся. Так, он не нажимает. Опять этот парень. Что? Какой, я какой? Так и знала почему-то. Капитан, этот, капитан. Капитан этот зеленый. Так, хорошо. Но он не зеленый, но он капитан. В общем, ты помнишь его. Он, вот он, вот он, вот он, вот он. Осторожно. Нет, я промахнулась. Стреляй. Так, мне кажется, он убежал. Ой, он спрятался, он боится тебя. Он кого-то убил. А где он? Не знаю. Так, сейчас давай за ним буду следить. Он себя подкарауливает. Ева, он здесь. Да, это, конечно, нечестно. Очень обидно. Какой хитрый. Да вообще, ждал прямо, а я не смогла сразу его заметить и, к сожалению, поздно сказала. Да.
Обидно. Ой, я вижу ваши зеленые трупы. Да, они там в фургоне. Ого, сколько здесь монет у него вообще. Да, я тоже пока вас искала, их собирала. Слушайте, а он как будто знал, где этот парень спрятался. И правда. Вы хотите сказать, что он нечестно играет? Я не знаю, но, по-моему, просто так, ну... Просто знающий все карты. А или натренированный, да. Да. У нас почему-то все убийцы, кроме меня, выиграли. Ой, давайте в отель. Ой, хочу отель. Да, давайте, да. Зелененький такой. И он тоже хочет. Так, капитан, уходи отсюда, уходи. Давай, ты нас убил, вот теперь уходи. Так, так, так. Но он всех убил. Да. Опять невиновная. Так, я опять невиновная, да. Да. Так, а Ева? А я убийца. Ну вы только никому не рассказывайте. Всем расскажу. Внимание, Ева убийца. Осторожнее. Зачем? Они ж не слышат меня все равно. Ну хорошо, это здорово. О, Ева, давай ты прикончишь этого рогатого вот этого капитана. Да, он не расскажет никому, что я это... А, да-да-да, отомстишь наш за всех. Да-да-да. А где он? Он еще и шериф! Ева, осторожнее! Ага, хорошо, я поняла. Он вот выше, на этаж выше. Я тебе даже расскажу, где он. Он почему-то меня подозревает. Ага, хорошо. Я сейчас буду его, наверное, отвлекать. Ой, он как-то тут так встал, он собирается спрыгнуть, что ли? Вот он, Ева, смотри, он здесь. Да, вижу. Он спрыгнул! А я пока монетки тут собираю. Ой. Я тоже монеты собираю. Я когда вижу Еву, я вроде бы рада, но одновременно... Вспоминаю, что она убийца, и совсем не рада. Да, так, а никто не видел, куда он пошел? А, по-моему, наверх, но потом где-то спрятался. Ой, он пошел, да, вперед, вот он, собственно. А вот он, да, и правда. Так, только ты аккуратнее. Интересно, он остановится, нет? Не знаю, он может подумать, что ты убийца, и убить тебя. Ну да, будет обидно, конечно. Но мы обязаны его прикончить, я считаю. Да-да-да. Да-да, это точно. Ну, как-то он очень шустро бегает. А он, может, знает, куда идти? Или он просто такой слишком хитрый? Возможно, слишком хитрый. Мне кажется, он просто очень хорошо знает карты, мне так почему-то кажется. Да, и всех подозревает. Да, но, по-моему, еще ни разу не выстрелил. Ну да. Ну, естественно, если бы он выстрелил и попал бы в игрока, а не убийцу, то... Он внизу, Ева, он внизу. Вот он. Ага. Да! Отлично! Ого, сразу двоих! Да, ну он просто попался под горячую руку. О, круто! Ну, теперь можешь прикончить остальных. Да, я это и делаю, собственно. Так, подожди, а если убийца убил шерифа, то разве у нас не заканчивается игра? Нет, вот у меня пистолет, я теперь герой, смотри. Пистолет же падает. А мы решили в кино сходить. Ух ты, мы теперь можем показывать кино. Да, а еще я могу попробовать выстрелить. Какой вы предпочитаете? Не знаю, давай какой-нибудь боевик про ковбоев. О, вот тут? Вот, потому что у меня пистолет очень тематический. Ой, да, давай. Ева там бегает, а прикончила парня. Да. Это беспредельный. Ой, слушайте, классно. Да. Ой, а мы победили. Так, мы выиграли? Ну интересно. Да. Да, потому что Ева не успела всех прикончить. А, точно, да. Ну, я вас пожалела. Ну, это было круто, слушайте, мне понравилось. Да. Ну, главное, что ты убила этого капитана. Да, мне понравилось. Да. Ой, может сюда? Ой, мы в прошлый раз хотели вот эту карту. Так, мне кажется, у нас не было еще вот этой карты. Не, да, а вот эту, смотрите, да? Вот эту базу вот военная. Нет? А мы были уже там. А мы были на ней, по-моему. А, да? Ладно, хорошо, давайте эту. Тут просто такие прикольные кресла и каминчик, прям так уютненько. А, ну хорошо. Ой, я невиновная. Так что ж такое? Опять невиновная. Да, я тоже. Ой, теперь нам надо быть осторожнее. Кстати, Ульяна, я тебе могу показать, тут можно в шкаф прятаться, ты где, пойдем, смотри. Ой, я смотрю, ты знаешь много мест, где можно прятаться. Да, мы уже тут просто спрятались вот так вот, только у меня хвост торчит. А, да, у меня... А, нет, у меня не торчит хвост. Да, у тебя ничего не торчит. Волосы. Да. Ой, я вот так могу спрятаться, вот так вроде не видно. Ой, прикольно. О, нет, там кого-то уже убили, ребята. О, нет, и я слышала выстрелы. Мне перелетел нож. Да? Так, осторожнее. Да, вот прям в спину. Я даже не видела, кто это был. Сейчас посмотрим. А, вижу. Так, это парень с голубыми волосами. Чисто в черном, и у него нож ядовитый. О, я его вижу. Ладно, осторожно, да. Он идет за нами. Уходим. И ник у него флэш. Так что берегитесь, он быстро бегает. А я вижу тело Евы, вот оно здесь.
Аккуратно, аккуратно, он идет за вами. А у нас есть шериф где-то? Не знаю даже. Тогда, получается, нужно одновременно искать пистолет. Вдруг шерифа убили. Вон он, Ульян, осторожнее! Там кто-то стреляет, то есть шериф есть. Ой, да что ж такое? Как же мне страшно постоянно, когда внезапно кто-то появляется. Ой, я думаю, что это он убийца, на самом деле нет. Он пуляется еще этими ножами. Ульяна, тебя спас куст. Он попал ровно в куст. Так, надеюсь, меня сейчас коробки вот эти вот спасут. Он прямо ходится за мной. Да что ж такое? Это издевательство какое-то. Да не говори, вот прям, да. Еще и монеты не собирает, странный товарищ. Хоть бы отвлекся. Ну, я уже насобирала все монеты. О, я куда-то в стену пошла. Я еще успею собирать. Так, подожди, какие у него волосы? Синие, да? Синий-синий, да. Да-да-да. Вот он аккуратней. Тут просто они немножко похожи. Это он и был. Уходим. Осторожно. Он здесь, аккуратнее. Так, а у кого пистолет-то? Не знаю. Не знаю, но кто-то стрелял, он больше не стреляет. Да, конечно, нехорошо. Сейчас полетел, я увидела, как полетел в нас ножик. Тебя почти поймал. Чуть в пятку тебе не попал. А, да, я это не заметила даже. Ты с лестницы убежала, а он прям на лестницу попал. Пойдем в камин прятаться. Он идет за вами. Ой, я не успела спрятаться, не успела. О, нет. Убил, да. Вредитель. У Ульяны остались одни волосы. Я пока выживаю, но надо бы куда-то спрятаться, конечно. Так, мне осталось совсем немножко. Так, ты решила спрятаться за дверью. Да, да, и я выиграла! Ура! Аж на дверь залезла. Ой, а мне почему-то дали бейдж. Ого. О, круто. Ничего себе. Интересно, меня убили, мне дали бейдж. Да. Ой, так он все-таки прикончил шерифа. Ну да, выходит так. А, похоже на то. О, тут есть какая-то карта студии Nintendo? Или нет, NES Studio. Ой, там кресло. Ой, я обожаю эти кресла. Они прикольные, это мешочки. Это же вы там записывали канал, на канал свой видео. Нет, мы были в лаборатории. Нет, это же была карта. Да? Разве? Ну, сейчас проверим. Значит, мне, наверное, показалось с названием. А почему там везде колбы были? Да, слушайте, это она NS или N5, я не знаю. Мне почему-то сначала показалось, что это... Нет, это NS. Да-да-да. Да-да, вот тут даже написано. Но это определенно моя любимая карта. Она такая красочная, тут так все круто. Тут качельки даже есть, что это... Ой, меня унесли. Ой. А где у вас было место, где вы записывали? Покажите мне, я не видела. А, давай, сейчас я тебя отведу. Так, 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 пойдем. Кажется, вот сюда, если мне не подводит. Да, вот сюда. Ева, я тебе. А вот сюда это куда? Подождите, как это? Меня убили? Да что ж такое? Я поняла, куда. Так. Не ходи туда, там убийца. Аккуратнее. Он снимает видео. Я убегаю, ладно, тоже убегай. Осторожно. Да дай посмотреть на студию. Ой, кто-то стреляет. О, а вот и шериф. Так, давай. Нет, шериф. Так. Ладно, заберешь? Забирай. Ну, я попробую. Давай. О, нет, он бежит за тобой. Аккуратно. Конечно. Забирай теперь ты. Так, сейчас попробую его обмануть. Он достаточно ловко метает ножи. Да, я вижу. А еще не отходит от пистолета. Так, он пока отвлечен другим парнем. Я думаю, ты должна успеть. Да, он контролирует пистолет. Аккуратно. Давай, стреляй. Нет, я не попала. Да ладно. Да что это такое? Кошмар. Ужас. Слушайте, ну сегодня прям убийцам очень везло. Убийственный день. Да, убийственный день. Да, это подходит. Так, ну что, я думаю, на этом все. Большое спасибо за игру. Вам, ребята, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.